Всем привет, дорогие друзья, с вами Невис. И Томми, сегодня мы играем... PlayerUnknown's Battlegrounds. Играем мы, и куда нам бы телепортнуться? В починке. Давай, я хочу в церковь. А где она у нас, ну-ка, по карте? В починке. Прыгаем, наверное, сейчас. Да, сейчас прыгаем, прыгай. Прыгаем. Вау. Да. Давай так. Со мной в починке, вон, видишь, такой городок? Так, я тебя увидел. Да, и лети прям в церковь. Вау. Нам нужна церковь, потому что в церкви есть М-ка, есть броня. Ну да. И, по-моему, каска третьего уровня. Но не всегда, к сожалению. Вот это, в принципе, городочек нормальный. Починки, ну да, почему бы и нет. Но мне кажется, все... Кто с нами летит? Не видишь кого? Я вообще никого не вижу, слышишь, братан? Никого рядом нет. Я никого не вижу, никого, сзади только. А, вон один. Ну это ладно, это ничего страшного. А вообще действие как бы игры происходит на Украине, знал об этом? Да? Ну да. Тут же машины русские есть. Ну как бы это не главное, но как бы я, типа, насколько наслышан, да, действие Украина происходит. Всякие батальоны эти воюют между собой здесь. Ох. Так, я что-то не увидел, кого он что, приземлился кто. Видел, вон летит. Граната. Ох! Так, я нашел пистолет. Что-то, походу, здесь плохо все сейчас с лутом в церкви. Эх. А, нет. Ну ладно. Хотя бы дробовик. Так, я здесь видел кого-то рядышком, но я взял, если что, это как он, ружье, в общем. Я тоже ружье взял. О, каска вроде уровень 2, отлично. Так, я рядом с тобой в соседнем домике. Хорошо, сейчас... так, я и пистолет нашел здесь. И патронов к нему взял еще. Надо перезарядить его. Во. Отлично. Так, еще шлем нашел, в общем, ну пока фигня. Ну да, так себе. Я выйду на второй этаж, короче, сейчас чекаю. Давай-ка. Ой-ой-ой. Вместе скооперируемся. Братан, я нашел две эмочки. Я бегу, короче, к тебе, не знаю. Под пулями, возможно, возможно, нет. Две эмки? Да, я тебе оставил одну эмку с 30 патронами. Иди забирай. Бегу, бегу наверх. Давай. Так, а наверху ты, да? Да, Иса. Так, я надеюсь, с тобой в доме-то в одном, да? Во. Да. Забирай. Бери. Я взял уже эмку, дробовик, ага. Пистолет. Давай вместе, Иса. Давай вместе будем ходить. О, соседнее здание, вон упал. Кто там упал? Вон он бежит. 150. Убьем. Побежали за ним. Он прям в дом, за ним. Он в дом зашел, наверное. Он на улице или где? Он на улицу вышел, видел? На крыше дома! На крыше дома, слышишь этого? И на крыше положил. Этого дома, на балконе этого дома, справа дом, который вот этот. На крыше убил, был. Убил. Так, и вот в этом доме на крыше осторожно кто-то сидел. Посмотри, я пока облутаю. Именно на крыше вот этого дома. Рюкзак беру. Давай. Убил прям в голову, я увидел, как он за дверью сидит. Красавчик. Вообще красиво. Ух, было. У него патронов было много, я взял. У меня теперь да, патрон. Да, я тоже патроны забрал, да. На эмке теперь у меня патронов вообще хоть это, отбавляй. Ну, у меня не хоть отбавляй, но... Слушай, знаешь, как это было красиво? Я открываю дверь, смотрю, что-то дуло торчит. Начинаю стрелять, короче, через дверь и попадаю ему прям в голову, короче. А чё это дуло торчит тут, ёпта, я не понял. Да, да, а чё это тут происходит? Это было смешно. Ой-ой-ой, а нет, нормально. Так, у меня, значит, дробашек есть ближнего боя, если чё, бах-бах-бах. А, вот, слушай, я вижу трупы. Я прям вовремя заметил и прям всех бах-бах-бах. А ты куда делся-то, куда? А я тут соседним. Внизу. О, да. Я нашел скар, но правда там патроны на М-ку. Я аптечку, я забрал аптечку. Окей, я тебя понял. Мне бы прицел, конечно, на М-ку вообще был классно. Ну сейчас, если найду, я тебе его отдам. Ладно, так, пока осторожно мы осматриваемся здесь, я. Да, я нашел еще один скар. Что-то скаров много, а патрон нема. Как-то мы с тобой дерзко как-то вообще как-то, да, это играем. Да вообще, что-то надоели они мне очень сильно. Играем прям вообще прям такой стиль у нас не тихий, не скрытный, а прям такой дерзкий, да, резкий стиль прям. Ну знаешь, они мне
Надоели просто. Ай, Так. ай, 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 ой, извините, извините, простите, извините. Так, нет, а там пусто, да? Бро. Да, давай в другой домик. Давай вот, в другой спать. Домик, я просто к тебе шел. А, смотри, здесь могут где-то быть рядом, а ты уж в церкви был, да? Так, ну тут открыта дверь, я так понимаю, здесь ничего нет. Да, пошли отсюда. Да, в церкви я был, там, к сожалению, что-то я ничего не нашел. На, ну, смотри, зона, значит... смотрим по зоне. Слушай, нам надо в зону двигаться, белая, смотри, где далеко она. Ну, у нас еще минута 20, поэтому через минуту 20 побежим. Я думал, сейчас можно было бы заранее, ну ладно, смотри. Ну, заранее, в принципе, всегда неплохо, но... Потому что, чтобы потом не бежать и нам в пятки, чтобы никто не стрелял. Ну, хотя, ладно, давай сейчас с этим разберемся аккуратненько. Двери закрываем. Ой, я не успел дверь закрыть. Меня вытолкнуло. Так, а это что такое? Ботинки. Не, ну не нужны. Что-то здесь ничего не могу. А, ну, такое себе. Не очень, да? Бинты, да. Увеличенный магазин. Не подходит мне. Что-то я никого не вижу здесь. В области. Блин, да. Прицельчик хочется, конечно. Слушай, пошли отсюда быстрее, 40 секунд, братан. Давай-давай-давай отсюда. Валим отсюда. Ай-яй-яй. Давай, ладно, побежим тогда. А, стоям бы. Мало аптечка. А, аптечку я там проморгал. Хорошо. Ну ладно, ничего страшного. Так, карта. А, все, вижу. Слушай, давай, бегом отсюда. Чё-то ни хрена тут нет, конечно. Она, конечно, медленно идет, но, блин. Так. Уже опыт есть, уже знаю, блин, что постоянно кто-то убивает спином. Ну да. Это очень сильно бесит. Сейчас чекну, что тут. А тут нету, кстати, машины. У тебя рюкзак есть? А, рюкзака нету. Иди сюда. На, забирай. Первый уровень. Хоть какой-нибудь. Ну да, кстати. Рюкзак Всё. Мне вообще хорошо. Вот, вот теперь давай-ка отсюда валим. И вот смотри, я поставил метку на карте. Пока что пойдем туда. Давай, это ближайший населенный пункт. Хотя, мне кажется, там уже кто-нибудь точно есть. И, это кстати, понятно. Помнишь, вот в этом месте, да, на этом поле. Ой, да. Могут тоже оказаться люди вот в таких кустиках, лежащие, сидящие. Ну, смотри, зонка уже пошла. Да, но мы успеваем в любом случае, это не проблема. Проблема в том, кто не успевает, и он сейчас за нами. Смотри, бежит, домик слева, давай залутаем. Давай. Ну, вот справа, мне кажется, и тот. Возможно, всего. Сидят. Возможно, сидят, и когда зона будет сужаться, они будут бежать за кем-то, ну, типа вроде нас, и за спину. Правый сектор написано, о. Как я... Нашел что-нибудь там такое хорошенькое? Да? Не, вообще, не, пусто. Да, давай пошли отсюда. А броник... О, жилет, смотри, тут был полицейский жилет, уровень 2. О, забирай, отлично. Но да, у меня, по-моему, тоже второй уровень. А у меня не было, а у меня никакого не было просто. Я взял, а, ну все, отлично, я взял, да. Я взял. Смотри здесь аккуратненько, тут, кстати, могут в травке где-нибудь сидеть. Ну, как обычно. Впрочем-то, я не удивлюсь, если меня убьют опять откуда-то из травы. Просто, понимаешь, тут лутать очень мало. Тут в такой зоне они сделали, странная зона. Ну да. Не, вообще здесь, да. Я извиняюсь, конечно, как читать Милта, да, вот этот вот город, который там, Милта Пауэр есть. Милта, да. А, Милта Пауэр, да, какой-то Милта. Да, вот я убил двоих, короче, которых ты мне сказал на крыше и здесь. Там чувак прифигел, наверное, немножко. Да, я сначала, короче, пострелил дверь, а потом, короче, шмальнул ему в башку. Да-да-да, их было двое. Второго-то я как-то заметил, потом уже он наверху там сидел. Он по тебе стрелял, по мне-то не попал вроде. Не-не, он, короче, знаешь, он, как получается, я заметил, что он забежал за дверь, из того, что сквозь текстуру прошел, короче, ствол этого М-ки. И я, короче, смотрю такой, думаю, блин, ну дай-ка проверю. Стреляю, короче, один раз смотрю, дверь сломалась, короче, вот там сидит. Знаешь, такой смотрит на меня такими, типа, глазами, пожалуйста, их не убивай. Короче, беру вторую пулю в башку ему стреляю. Нормально. Смотри, мы бежим, сейчас зона такая, блин, открытая довольно-таки. На что поделаешь? Дома прямо по курсу, давай залутаем. Ну там, конечно, кто-то сидит, ну ладно, пошли. Ну кто-то сидит, сейчас прогоним, ёптана. Чё у тебя есть, какое у тебя оружие? У меня М-ка, да, и дробаш. Ой, ну как это, ружье. На тебе 5 патронов, слышно? Да не надо, не надо, не надо, у меня есть всё, у меня хорошо. Я тогда их выкину, они. Давай вот сюда зайдем в домик, вот этот большой. Но чек не этот, я пока этот чек. А вдруг меня здесь поджидает засада? Ну ещё я прибегу к тебе. А, ну тут залутано, слышишь? Дверь открыта с другой стороны. Малая аптечка здесь я нашел. Ну вот у меня что-то как-то... Все?
Я предлагаю у ЦА убежать. Вот я желтый поставил. Пошли впереди, там еще залутаем и погнали отсюда. Так, а ты давай. Где у меня? А, вот вижу. Ну, я, короче, ничего не нашел хорошенького, кроме как этой аптечки, в общем. Малая аптечка одна. Вот, так что... А представь, эта зона еще не сузилась, она сейчас еще сузится. Да. Слушай, нам надо где-нибудь засесть, найти хорошую позицию и смотреть уже по ней. А где, интересно, будут смещения? Вот вопрос в чем, да? Ну, скорее всего, в Милту. В Милту пойдет, мне кажется. Либо в Милту, либо опять либо в поле. Либо где желтая метка стоит. Не люблю поле, да. Ну, видишь, дверь открыта, видишь. Ну. Уже залутано. Смотри, кстати, в оба уже могут это сидеть и поджидать. Ой-ой-ой-ой, этот опасный домик. Ясно, здесь все залутано. Дальше пошли. Двери открыты прям? Нараспашку. Машины, да, даже... нет, мне машин нету. Ты... Даже сеть не было, пошли налево прям сразу, вон там домик есть. Ты смотри, кстати, оборачивайся иногда, проверяй местность и в окна смотри. Да, да, я наль чекаю. Но все равно это не помогает, они если там засядут, то это все. Ну бывает они, знаешь, бегут, в общем, как это самое, как и мы просто бегут и прям параллельно нам могут бежать. И да, тогда могут, уже надо палить. Что-то я никого не видел пока. Ну-ка. Ну, по-моему, дверь открыта. Ой, там УАЗик, слушай, нам повезло, пошли-ка быстрей. Ой. Нам нужен этот УАЗик. Да, никого очень. Не видишь здесь? Не, ну мне кажется, УАЗик бы забрали, нет? Живых уже 54. Ну, минус 46 человек. УАЗик есть... хочешь взять? Ну да, я хочу УАЗик взять. Но просто я боюсь, что кто-то его специально там оставил. Я просто не вижу, он целый, нет? Приманочка. Дверь открыта, ясно. Так, аккуратненько. Вдоль заборчика? Да, вдоль заборчика. Давай чекни вот этот вот. Блин, не дай бог, сейчас там кто-то... Видел, есть, видел! Есть! Наверху! Бля, перезарядка, ёбаный в рот. В окне я видел! Да-да-да. Убил да. его? Ты убил? Ты убил этого чувака? Да, на улице убил. В окне, вон, в окне видел чувака. Иди ко мне, видишь его? А граната есть у меня? Гранату вижу, сейчас кину, слышь, в окно. Давай. Блять, кинул! От дерева отрикошетило! Ты кидаешь. Ай, он стреляет! Он стреляет! Откуда? Блять. Подожди, двухстволку возьму. Тихо, тихо, я пока лечусь. Сучка. Он в этом доме сидит. А где именно? А я не видел, откуда. А, видел справа! Справа вижу, вижу, сука! На втором этаже? Нет, вообще вон, вдалеке. За деревом. Нет, на 255. W255. Двоих! Там стой, не ходи! За деревом! Видишь? Вижу, вижу, вижу. Двое! Уходи в бок! Не ходи, не ходи. И в окне еще вот он прыгает, слышишь? Ай-яй-яй-яй! Давай в УАЗик и уходим, давай в УАЗик и уходим. Надо добить. Слышь, они могут обойти нас. Ты его нашел в доме здесь? Я вижу, вон он. Слушай, я с улицы пока смотрю. Я вижу, где он бежит, поможешь мне? Не вижу я его. Он в доме внутри? Да, да, убиваю. Где он? Слева, 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 за дверью, слева. Прям слева, нет, иди сюда, вот он. Слева, слева, слева. Убил, убил. Там еще где-то нас пушит, слышь? Так, так, так. По-моему, бежит еще где-то. Слышу. Я слышу, братик. Аккуратно. Да, да, сейчас. Ты где? Ты со мной здесь? Я в туалете, да, да, я с тобой. Ты тут, да? Ай-яй-яй-яй, застрял. Аккуратно. Чекай. Слышь, а тут здесь были двое, кажется. Ну, ты видел рядом, да? Да, да, под нами. Что с зоной? Что с зоной? Мы в зоне. Мы не в зоне. Мы чувак, 17 секунд. Как, мы в зоне, нет? Ай-яй-яй, слышим, нет, мы не в зоне.
Вон он, вижу! А, 345. Я его видел. Ты видел чего? Ты где, на этаже со мной? Я спустился на улицу. Он вдоль забора ушел, вижу. И ранил. Убил. Убил его? Минус 4, да. Он за дом забежал, или мы про того говорим, или нет? Ну, который за дом забежал, да, я его убил. А второй, который за забором сел, где? Вон он! У тебя справа от дома! Справа! Куда ты сзади тебя? В дом забежал! Он не за домом, он, блин, возле стены стоял. Ты убил? Да! О, прицел их 4, ни хрена! Я поставился на эту, офигенно. Дымовая, гранаты еще. А патроны какие на эту, на М-ку? Ты наводи, там будет написано. А, все, нашел. Ни хрена у него патронов было, слышь, вообще. Нам нужно бежать, слышь, времени нет, правда. Охренеть. Все, давай. Ни хрена, у меня, подожди. У меня патрон, ой, у меня прицел, ни хрена, X4 прицел офигенный, слышь, пойдем. Давай, сейчас я заберу. Пора бежать, слышишь, хватит, все. Офигеть, слышь, прицел вообще офигенный просто, у меня космос. И патронов у меня 100, короче, 186. Нормально. Кто-то забрал, по-моему, наш УАЗик. Пойдем, да, забрали. Нет, вон стоит вроде, слышь. Он? Ой, не, насрать, не берем. Доехали бы, успели, нет? Не, уходим. Вообще шикарно, слышь. Ты одного убил? Не знаю, вроде, да. А, я двоих там убил, не помню сколько. Смотри, нажми залутался, тап, я плачу. Нажми тап, у тебя написано будет, сколько там убито. Убито 2. У меня 4. Класс. Блин, у меня прицел вообще хорош, слушай, мне нравится очень. У тебя 4? Да, и красный коллиматор у меня есть. У меня тоже 4. Охренеть. И 2х на EMP. Офигенно вообще. Ой, гранат объясняем. Много, патрон очень много, малая аптечка одна, бинтов 15 надо подлечиться. А на ходу нельзя, да? Не. Жалко, блин, мне бы подлечить. У тебя что, калаш, М-ка? А где? Откуда? Вон он. А, на Н. Ровно на Н прям. Н? Гаси. Убил, мразь. Ах, свидание, чего? Молодец. Залутаем? Зона, куда уходи? Давай залутаем. Зона, братик, зона. Нам за зоны дофига бежать, смотри, ёшкин кот. Ты смотри, куда зона переместилась-то, охренеть. Надо бежать, реально. Побежали, братан. Наплюй просто... на него, иначе ты окажешься рядом с ним лежать. Ну, мне кажется, мы не успеем. Должны. Не знаю, за 2 минуты? Должны, давай. Под конец, да, должны. Давай, беги, просто беги, не останавливайся ни на кого. Надо было машину все-таки ту взять и просто поехать. А он, короче, тупой, он стрелял-то по тебе. Я, короче, ну ты лег, я вижу, что ты лежишь, короче, беру, стою во весь рост, короче, и просто начинаю ему в башку стрелять. Нормально. Кажется, видел. А, не, вру. Справа. В доме? Да. Попал по нему. Начхать. Пойдем дальше, начхать. Мало, зона движется, нет? Да, движется, бежим. Не обращай внимания, бежим просто. Беги вот тут сбоку, оббегай, не надо напрямую, да. Ой, где-то их бомбит там. Слышь, а вот тут аккуратненько. Из дома стреляют. С какого? Я не знаю, там впереди, вон. Ай! По мне! Попади, помоги! Ай! Уходи! Иди ко мне ползи! Сука, где-то вот со снайперка сидит нахуй. Уходи за дерево. Можешь ко мне ползти? Блин, можешь ко мне приползти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас я лечусь. Вижу. Двое их там. Стреляй по нему. Сейчас я лечусь. Попал. Все, уходи. Иди ко мне, лечу. Не, уйди, вылечу. Дай лечусь, давай. Уходи. Стой, лежи, лечу. Меня не коцает, лежи, не двигайся. Они не падают, давай. Давай сюда. Хорош, бежим. За стену беги, за стену, сюда, направо, прячься, сюда. Хиляюсь, я не понял откуда. Я видел, вон он в доме. Стреляю. Чувак, времени нет, чувак, слышишь? 5 секунд. Ай!
Сзади! Помоги мне! Сзади, сзади, стреляй, стреляй! Бляха, муха, черт! Я думал, ты там остался, черт возьми. Ах, облутай меня. Ах ты ж, ёшкин. Убил, убил, чмо. Бля, вот вообще, жесть, как так-то, ё-моё. А я смотрел в дальних, я думал, ты тут, я на тебя не посмотрел. Ой-ой-ой, зона, зона. Я вижу, вижу, хилясь, подожди. Вот это, я начал убегать-то, я зону увидел, слушай, я зону увидел, я начал убегать, к сожалению, я остался валяться. Я не успею. Ну, печально, печально, знаешь, ну, хорошая катка получилась, я дал минус 6. Блин, они нас задержали, это те чуваки, которые вот в этом домике, вот домик, вот отсюда в тебя стреляли. Они за ним стояли двое, и они потом побежали, я их увидел из прицела, начал по ним гасить. Иди вперед, попробуй. Я начал по ним гасить, и они, в общем, это самое, побежали вперед. Эх, все-таки немножко я дурачок, надо было брать УАЗик и валить. Говорил же про УАЗик, если бы, если он рабочий был бы, да, надо было бы сесть просто и поехать в центр, начхать на них всех, слушай, начхать. Ты успеешь добежать до зоны далеко, на? Если у меня была бы еще одна аптечка, я бы успел. А у меня нету. Постарайся, постарайся. Посмотри, вокруг машины нету. Да не, нету, я труп, все. Я труп однозначно. А куда я же... постараюсь, конечно, но... Куда же все мотоциклы подевали? А долго тебе до зоны бежать? А то я не вижу карты вроде твоей. Да, далеко. Ой, там она еще сместилась. Еще дальше? Да. Беги, Форест, беги! Ну все, я просто уже так... напугаю немножко. Срань господня! Нет! А по мне еще где-то стреляют? В следующий раз повезет номер 13. Да, номер 13, ну... Топ-15 взяли, в принципе. Ну, да, да. Топ-15. Ну что ж, ладно, ребят, спасибо вам большое за просмотр, ставьте свои царские лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Томми. И Дэвис, всем пока. Всем пока, ребята.